Большой очень. И я вам сегодня его покажу. И, кстати, вы говорите, что машина, которая может свалить. А это я хочу сделать следующий раз. Потому что у нас не должен быть время. Ну, может даже взять, ну, давайте потом получить. Я сломала машину. 49 тысяч. Офигеть. Вот как заработать столько много рекорд. Гораздо больше. Прикиньте, я тебе скажу, как надо. Вот, если вы хотите вот этой игре 49 тысяч, то есть очень много это, то вы должны эту машину как-то сломать. Хотя, чтобы она очень как бы далеко проехала, надо сделать, и потом... О, кстати, уже 13 тысяч стоит, это много очень. Нет, потому что все-таки... Я почему могла бы так лежать, если стоит 13 тысяч? Я могу стать скоро богачом вообще. Смотрите. У меня как бы 7 тысяч этих денег. Долларов, точнее. Так вот, мне нужно прям все равно. Так, давайте прям сюда. Может, здесь мне ничего не осталось сделать. Вот так вот, а вот. Все. Теперь давайте все ломать. Вот так все ломаем. Ты застряла. Тут не застряла ничего. Давайте сломаем диван. Вместе с этим. Давай, кот, ты силен. Нет, наш кот не достает. Ладно. Давайте хотя бы отдельный диванчик попросим. Ой, нет. Ой, нет. Так, капец. Все. Здесь 3000. Самая большая вещь, которая стоит в игре, которую я знаю, это телевизор. Давайте сыграем еще один раз и на этом закончим. А теперь я хочу включить такое, кстати. Это как немного странно. Сокровище стоит гораздо больше. Такое стоит гораздо больше. До него добраться гораздо тяжелее, чем до машины. Кстати, вот вам лайфхак. Если вы хотите за 49 тысяч в этой игре, надо сразу заработать. Надо все вот эти штуки очистить, которые на машине, как бы, на пути стоят. Если вы все их это уберете, тогда вы... И когда она достигнет до того, что она уже живая, пасть ликовая. Это очень много еще и все. Ну, если... Я буду 10 тысяч. 10 тысяч — это самая большая штука, когда мы скачем играть. Ну, нет. Вот такой я не могу... Я не могу... Я не могу... Я не могу...
блин, наковальника, блин. Видимо, на что-то сделать. Так, вот, тут сломались, но это не помню. Так, высоко. Может, тут сломались. Давайте, да, убирайте, блин. Так, что? Все, я уже пропаркурился здесь, это, и все. Забиваю разу, разу. Забиваю все эти отличия. А что я хочу растить эту коробку? Блин, дальше было просто, давай. Кот, исправься, кот. Все. Это сломал. Все, так. Все, теперь все. О, вот это уже прикольно сейчас будет. Ладно. Если не получится, тогда я это попробую делать на следующий раз. На время хватит. Ну и возможно классно. Это гораздо круче. Давайте попробуем на этом уровне поставить и пойдем туда. Время осталось. Давайте на этом наковальню. Все. Можно нас пустить моментально. Ну, нет, моментально. Просто так же. Так, сейчас у нас кончится это время, и я закончу. Можно с вами прощаться. Вот тут еще кто-то может быть на ковальне и коробке. Кот силен просто. Блин, сколько я там? Почему он такой сильный? На ковальне вообще не будет двигаться, этот кот и этот на ковальне видео. Давайте-ка я на ковальне потом сломаю, если это особо. Ну все, наше время кончилось, так что... Пора прощаться, всем спасибо за просмотр, а с вами был Дима, и всем пока!